Altel Cyber Games PUBG Mobile возвращается. Самый масштабный турнир для всех игроков СНГ. Не упусти возможность сразиться за 5 миллионов тенге. Лучшие команды по итогам отборочных этапов сразятся в финале с топовыми командами прошлого сезона в прямом эфире. Заяви о себе и поднимись на вершину рейтинга Altel CG. Готовь свою команду и отправляй заявку на участие. Значит, ID лобби 461-3257, пароль 4678. Заходите. Заходите, залетайте. Залетайте сейчас. Тратят деньги на игру, заняться нечем вообще. Да не говори, блин, вообще не понимаю. Какой смысл? Сейчас бы в игру донатить. А, 98 человек в кабине, если что. Да-да-да, они не падают, они все острова ждут. Бред. Ну, кстати. А, слушай, надо было на первый прыгать все-таки, слушай, на первый надо было. Это не поздно. Забей, сейчас просто месим. Ты рано, походу, сказал про второй остров. Да, я просто, да. Ну, ты не забывай, у меня еще задержки нет. Молча падать. Не, ну мы сейчас пушку будем подбирать. Секунд 30. Не, я тебе так скажу, здесь месиво сейчас такое конкретное будет. Просто людей... Реально 100 человек. Не так, как в паблике пишут. На парашюте немножко. Да-да-да, это нормально, это нормально. Да. Так, вы уже бегаете? Я уже бегаю. Я еще... О, я тоже бегаю. Ох, ё-моё! Забей! Они бегают. Но... Меня Frozen вырубает. Забей. Что происходит? Алло, привет! А почему я не могу никого нокнуть? Нет, забей. Алло, что происходит? Алло, привет. О, иди умри от него. Забей. Тут вообще ничего нужно сделать. Тут просто, я тебе говорю, это, ну этот, это просто забей. Нормально меня откинуло. Мультапауэр лутать. Так мы все тут. У меня 219, короче. 150 пинг. 144. 92. Кстати, пинг-то, а пинг-то высокий, слушай, минут реально. 142, да, теперь 160. 10 минут? Ну да, плюс-минус. Люди вообще не умирают, смотри. Так, это с учетом еще того, что... Помимо того, что там вот этот вот остров есть, еще и ты спектаторы полностью закрыл. Удивительно. Да. Пинг здоровый. Ну из-за, видимо, этого? Ну да, в игре какой-то дисбаланс идет. Из-за того, что люди сразу не умирают. И падают в одно место практически все месяцы. Ну как на турике, на столом. А, кстати, да, вот интересный вопрос, лагало ли, когда там фулпачками падали на туриках в этом режиме команда, на вот этом старчел? А вообще, подожди, ну, это, конечно, а турик да. Разве был, да? Да, уже да. Был. С этим режимом. То есть сейчас, тогда я был что-то пропустил тогда. С фулл с киберспортсменами, с разных регионов, по-моему, а сейчас получается вот исключительно с контент-мейкерами. Здесь чел. Где? На метке. Там один. Да, я знаю. Игровазик еду, да. Выходи. Давай, поехали. Убил его. Хорош. Я с ним пообщаюсь. Возьми-ка его на плечи. Само собой. Алло, привет. А, слушай, я не могу поднимать его.
Никто съедешь? Ну и первое лицо включишь. Ладно, я добил просто. А, чё? Это какой-то олд был, прикинь, в первом сезоне. Типа костюмчик? Да, фулл сет первого сезона. Забей, какой-то олд жесткий. Да, по-любому он с первых сезонов играет. Да. Да, жесткий. Челебос. Явно не покупал. О, да. А, кстати, выстрелы отображаются. И этот... Жека, садись, поехали, заедем там на кемп. Там человек. Там сезонник, либо двойка, там не больше. 20 секунд до этого, до устала. А сейчас мы... О, чел еще летит на мельку. А можем зафайтить его? Да, можем мульту зафайтить, сейчас с ЛГ сыграю. Там фулочка приземлилась, по-моему. Не факт, что фулка. Чел? Хорош. Я фулсил. Где кто иди? Сейчас пока все на мильку поедут. Да, там датчик вроде нет еще. Слушайте, смотрите, если я захожу в этот режим, но у меня не фулл хп, я когда с него спрыгиваю, у меня... Ты отхиливаешься. А, да, тебя нравится. Отхиливает. Да-да. О! Да-да-да-да-да-да-да. Да-д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 а
молотом тоже. Я тоже молот. Изи. А, короче, ты понял, нужно удерживать, да-да-да. Это прям имба. Урона очень много наносит. Сейчас я тут челика. А там монет фармит. 10 типа. Нет, типа пока тут нет. А, вот ушел. Сейчас зайдут. Зашел, топорист. Вот дал ему. Тоже дал. Есть минус. Зло. А ульта что делает его, кстати? А ульту не используй, это фигня. Сзади, пуши людей. Одно хп. Еще где-то там чел. Вот, топорист. Олдыч сзади. Да, понял. Левый еще пулит. Ребят, давай сделаем. Слышно, два топориста ульту, вообще короче, не хватает. Ульту, короче, вообще не юзай у молотильщика, это бред. Тут у нас типа... А чё, в чём у него вообще оно заключается? Ну попробуй ради интереса. Нажал. Один хп чел осталось. Хорошо. А, бля, такой бред. Там непонятно, как её юзать. А как её офать теперь? Она сама сейчас там. А ульта сама пройдёт, да. Там время. Нет, у меня отрабатывают компа, компаны, да. Вот здесь видишь чела. Фулпак. Да, просто в чист. Здесь, походу, столько людей. Да, там сейчас все зайдут. Надо быстрее, блин, сейчас заедут у нас. Давай, забирай. Там слева еще и справа, отовсюду просто. Ты дачу можешь забрать? Где дача? Ну, ты же говоришь, дача слева. Еще и бот. Не, мотик. Дача слева ехала. Ехала, все понял. Да. Гоба, да блин, мне этот бот... Я уже все, меня убили. Меня спину делаю, убили. Он по баги вагивает, давай баги уберем. Ребят, я сейчас к вам падаю, ребят. Давай. У вас тачка, прям на вас летит. Поехали в кемп, погнали в кемп. Давайте, влетайте в кемп. Это ГГ. Не, это жесть полная. Ну тут между собой еще перепал. Парни, а вы меня можете посмотреть? А у них тут файт. Никто с ребят, кемпу... Да, я знаю, видишь, тут прям... Видишь, у меня все лагает. У него за камерами сочищал. У нас в кемпу вот здесь чел. Вот здесь тоже типа. И УАЗик еще летит. Ребята, у вас есть варик нам в кемп заехать? Ну,
На носках отрезать вообще можно в этом режиме или нет? Да. Можно? А, нет, отрезать. Не-не. Давай, давай, что, перейдем в другой кент? Давай, давай, нам надо этого убить, парни, попадаем прям. А он на втором этаже хилится. Блин. Блин! А, подожди, вы тоже отлетели, получается. Да, да, мы в самом начале. Я-то думал,